Так, пошло. Давай. Как? Я уж как бы давно записан. А, понятно. Я же выходил, это все прервалось. Так, где она была? Сейчас, секундочку, она была вот здесь. Ну все, я скачал, где? О, фиговый дым такой. А мы пока гоняем. Как гоняем? Я пригласил. Ну, в смысле, мы... Ну, я Андрею объяснил, что... А, вот это что ли? Трасса. А, это? А тут, вот уверен, что тут все нормально в плане поворотов? Ну да, там нету угловых таких... Видишь? Три Skyline, правда, у меня старенький, у вас новенький такой. Ну ладно. У вас вообще Nismo? Ну да. А я на один на Тинстром. Прикольно, а ну сейчас вот пока мы в комнате, нажми на этот самый, убрать интерфейс и окажешься на трассе. Вот, уделайте. Прикол. У меня то же самое. То же самое. Так. Забонилось ты, у кого эхо? Эхо? Угу, эхо. Все, поехали. А вы еще в гонке, пацаны? Да. А в какой? Как называется? Так уже поздно, потому что она приватная. Ты не приглашен просто уже. А скажи свой никнейм, я тебе это добавлю. Hunter Pro. А да, точно. Я сейчас тоже закончим заезд и добавлю. Так что мы гоняемся? Так, ну... О! Классно, сейчас мы так вдвоем так. Ух! Ну я так себе еду. Особо не. Особо это не потею, просто налегке. Угу. Да я тоже. Повороты прохожу. Не напрягаюсь. Угу. Блин! Ой! Вот это, кстати, жестко было довольно. Тебе в карбоне дали экстремальное столкновение. Угу. Блин. А вот? Ты в меня жестко врезался слишком. А. Опа. Чё-то ты немного так себе подлетел. Я тебя выровняю. Да я тебя выровняю. Давай. А, ну я кстати тут раз упомню. Ой, жестко. Ай, Настя. Я тут каждый раз фармил. Но заметил, начале, что когда тут нету это угловых таких резких углов на траве. Шпилек нет. Тут хайвей неплохой. Ага. Вот этот, по которому мы сейчас проезжаем. Ага. Повороты кое-какие запутанные присутствуют, а-ля стиль андеграунда. Да нет, простые повороты. Сокращалка тут хорошая. Прыгнуть можно. Не приклеится, как на магнит. Да. Че, опять вы все время по сокращалке будете? Ага. Потому что тут машины слишком жестко вниз спускаются. Ты прыгнул на меня. Это что было? Ну, я уже прыгнул. Еще не разобрал. Айо! Ой, извиняюсь. Сестра. 11 000 дали в общем. Нехило так закончил. Так, ладно. Так, теперь что? Сколько у нас будет теперь? Добавил? Жду. Еще чувак на Audi какой-то. А. Я заявку кинул. Hunter Pro. Это кто сейчас так делает бублик? Это не я. Ага. И я вот рядом с тобой. Что-то не в сети.
Ладно. Блин, что-то... Чё-то темновато. А? Темновато у меня было, только что. Как мне кажется, на самом деле в Волду не хватает каньонов. Каньонов? Это да. А, конечно. Волду, если сейчас выпустить, то как там Андрей поживает в игре? Да, что-то я его не слышу вообще. Он, наверное... Дочь. Нет, он в скайпе вроде, уже 4 человека в скайпе. Ну да, 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 он... А, вот вижу, вижу, вижу. Пригласить в группу. Ну давай. Я пригласил в группу. Все, вижу. О, вот три человека. Так. Делаю сюрприз. В виде приватной гоночки, да? Не только в этом. Принять. Дрэги? С дрифт-тренером. А чё, подрифтуем дрэги? Нафиг, я отключаю дрифт-тренер. Да оставь его, я не отключил. Фига себе, поганик. Сейчас будет нормальная тема. Шлифовать сейчас будет. Погани зонды? Ты сколько в игру рубишься? Скорость. Всё, вот всё, вот победитель уже. Ясно. Угу. Нас... А чё, кстати, он это... Он в скайпе не хочет, нет. Да, не хочет что-нибудь по... слабее сделать. Сказать. Хотя у меня тоже 762 немало. У меня в Б-классе, что вы хотите? Хотя пацаны, вот 726 у Дэна тоже немало. А я его, кстати, не вижу. Всё. А, вот вижу. Не, ну погани оно по-любому. Сейчас... О, ускорение 930 погани, все, капец. Капец. Я сейчас. Только не вздумайте там дрифтовать на зонде. Это как не учит. Тут это не дрифт. Это не дрифт, это. Напомню, дрэг. А, тут, кстати, да, я когда. Не там работать. В смысле тут барьеров нету. Трафик, ёп! Так трафик-то понятно, а андерграунд ставил. Я сам когда играли прикола. Да еще даже серии роликов дрифтмании не было. Короче, вы кое-что дрифтовал у нас вроде. Скайвайн. В смысле погони не затащил, как? Скайвайн рулит. Не разруливает. Что, погони последним захочет? Скайвайн. Просто Скайвайн рулит и разруливает. Так, если вы хотите не дрифт, я беру Porsche. Так, повторим. Или. Если Дрэк, вы хотите... секунду. Меня подождите сейчас. Давай, давай. Возьму Поршак. А я сейчас, знаете, что возьму. Так, я тоже поменяю. Я тоже. Сохранить. Хотя, что мне менять? У меня же самое быстрое. Вот у меня побыстрее будет, пошустрее, так сказать. Ты готов? Я готов. Готов, да? Все готовы? Моя повторим? Повторим. Где мой Авентадор? Так. Давай, присоединяемся. Так. Ловлю. Интерфейс можно убрать. Вырубает. Зачем? У нас же... Зачем, если у нас... У меня... Я без дрифта. А, ну да, в принципе, да. Не, ну красивее будет. А все словили, кстати, приглашение? Да, а где это? Нет, этот отсутствует один. Человек. Кто? Пацаны, как вам Авентадор? Тоже интересно. Ясно, ясно. Авентадор. Чё бы нет? Сколько там играешь уже? А, кстати, блин, мне бы уровень накопить побольше. Уровень? 33 я бы купил уже себе какой-нибудь киперках. Тоже. Жаль, что у меня денег нету, я бы тоже купил. Вот у меня 2 миллиона практически. Нормально, да? Да, нормально. Господи, что с Авентадор? Сейчас бы Авентадор в ББС-ке пилить. Во, тут пошустрее будет. Ну, с Авентадором мы, конечно, не сравняемся. Да. Так, таксисты. Вот таксисты каждый раз лезут во всех инфоспид. А, еще фурс ловить не хватало. Я еще фурс словил, пока ехал. Ой, только не унижайте меня, пожалуйста. Чуть-чуть не успел.
Но все равно засчитало почему-то, что я последний. Да? Как? А, да, значит правильно. Значит, все-таки я тебя чуть-чуть на пару сантиметров обогнал. Нет, ты там обогнал. Ну, либо же. Синхронизация. Да?